А это что за блюдо? Это бусолобма. Бусолобма? Да. Он так готовится, да? Да, жареный лобма, сухой. Точно, да? Так да. Готовится. Итак, караван-сарай, Абдул-Азиз Салават. Так, нас сейчас вот интересует вот эта позиция. Джусай, Серик-Аш, Мушуру. Девушка? Да. А можно вас на минуту, да? Девушка. Да. А это что за блюдо? Это бусолобма. Бусолобма? Да. Он так готовится, да? Да, жареный лобма, сухой. Точно, да? Так да. Готовится. Друзья, посмотрите, вот этот босолагман они называют. А шеф-повар здесь, да? Да. Абдул-Азиз, позовите его. Девушка, да? А шеф здесь, да? Позовите его. Азиза. Азиза. Скажите здесь вот, насчет лагмана поговорить. Салам алейкум. Ты че? Эй. Как ты здесь, а? Да пранкануть вас решил. Вот ваш уважаемый Азиз. Я смотрю, ты улетел, летишь. Да. Я такой думаю, я улетел, я сюда же летел. Мне интересно было бы, если бы я просто доказал. Я сейчас выходил, сейчас смотрю куда-то, вот так езжу, да? Накидываю. Ну не было же мысли, что я. Нет. Блин, как ты, Илинка? Нормально было. Она же пришла, вон там они заказали посол, и это, что-то он на камеру снимает. Я говорю, это что за посол? Позови шефа сюда, быстро. Она напугалась, заказывает. Итак, друзья, нам принесли босолагман. Я попросил, чтобы добавили немного остроты. Также заказали мы, значит, лазыджи по-сучиански. Это курица с чили-перцем, с добавлением сучианского перца. Чили-перец и сучианский перец – это два разных продукта, да, и два разных ингредиента, поэтому не путайте. Сейчас я хочу попробовать босолагман. Лапша здесь нарезанная. Ручного приготовления. Очень вкусно. Вот, ребята, сразу есть отличие, да, когда готовят на индукции и когда вот готовят на газовом воке. Вот лагман прям с дымком, да, вот прям как по канону. Мясо, говядина, замаринована в белковом маринаде. Нежно. Овощи все еще передают свою свежесть, хруст, несмотря на то, что прошло уже 7 минут с того момента, как мне принесли это блюдо. Специи. Чувствуется пшеничный уксус, малаю. Комбинация соевого соуса и пшеничного уксуса выдержана правильно, на мой взгляд. Хороший баланс вкусов. Босо мне зашел. Так. Сейчас хочу попробовать курицу по-сычуански. Значит, у нас здесь, скорее всего, бедро. Бедро будет сочнее, чем грудка куриная. Курица зажарена, снаружи такая корочка, а внутри, скорее всего, нежная. Сейчас будем пробовать. Да, как я и говорил. Курица хрустит, внутри она нежная. Чувствуется сычуанский перец, острота в меру. Хороший баланс. Ну и фишка, наверное, воздушные чебуреки с мясом. Давайте попробуем. Вот, покажи начинку. Смотрите, мяса здесь прям большое количество. Лука здесь достаточно, не так, что он перекрывает все мясо, да? Сделано как будто для дома, да? Я имею в виду, что в домашних условиях, когда для себя готовите, мясо побольше, лука поменьше.
Тесто хрустящее, но при этом оно нежное. Не резинка, потому что бывает, тесто кусаешь, оно тянется как резинка, да? Аж тяжело жевать. Вот сейчас хочу попробовать саму начинку, что будет по соли. Отлично. С черным перцем не переборщили. Соль, черный перец, все, как говорится, в точку. Друзья, что я могу сказать? Блюда очень вкусные, особенно если взять еще вдобавок от кэнчай. От кэнчая, кстати, подают еще каймак, да? Это не просто там молоко с чаем. Еще дают каймак. Лепешечки тоже мягкие. Я не знаю, в тандыре готовят. Скорее всего, в обычной духовке, но тесто хорошее. Угу. Наружная часть хрустит, внутри мягкое тесто. Ну что ж, друзья, блюда очень вкусные. Обязательно всем рекомендую. Все приготовлено профессионально. Итак, друзья, сегодня я посетил авторскую чайхану Абдулазиза Салавата. Вот наш дорогой Азиз. Всем салам алейкум. Вот и встретились с Лизатом в Бишкеке. Это было неожиданно. Я видел, как он улетел в сторис. В самолете летел. Вчера, что он приехал домой, чтобы мы здесь с ним встретились. Поэтому, друзья, я проделал долгий путь и не мог не пройти мимо чайханы Абдул-Азиза. Мне очень все блюда понравились, поэтому ссылочки, как говорится, локацию оставлю тоже в описании. Все, кто в Бишкеке, все, кто интересуется, обязательно посетите. Оно того стоит, друзья. Давайте, всем пока, увидимся в новом выпуске.